Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Roblox, и сегодня у нас игра «Симулятор разрушения. Продолжение. Вторая часть». Я тут немножко сам поиграл, смотрите, я уже выкачал 16 уровень. Вот, у меня уже рюкзак такой крутой на 5000. И пушка пчелы, и бомба классная. Так что погнали. Я вот уже вою на карте, которая с 15 уровня можно. Смотрите, какая пуха классная. Она пчелами стреляет, прикольно. Бижи, полетели, бах. Так, поскорее бы нам прокачаться на вот ту следующую карту, где... космический корабль. Ну а пока будем здесь с вами бегать. Так, давайте тут уголочек, бомбочку. Сейчас как рванет. Бух. Ну такое, не сказал бы, что бух, ну. Так, лупим дом. Вот уже почти набили сумочку на 5000. Такой рюкзачок, бомбочка сзади на спине, прикольная. Ну что, набили сумочку, полетели продавать. Так, давайте на этой карте вспомним молодость. На этой маленькой мелкой карте. Так, я тут люблю сюда ложить бомбочку на эти... О, сейчас девку подорвет. Бах! Там ее не убило хоть. Капец. О, давайте кран собьем. Огонь! Бух! У-ху! Чё? Чуть на нас не полетело, видели? Да. Тут карта тоже прикольная, но тут меньше этих блоков. Бах, машину вообще разносит на кусочки. Так, перезарядка, да. У этой пушки чуть-чуть долгая перезарядка. 5 секунд. Побежали. Ну, тут получше, конечно. Тут дома такие помощнее, но взрыв такой много сразу дает и опыта, и блоков. Вон, смотрите, 3 выстрела сразу. Ну что, давайте разбомбим эту карту поскорее, чтобы ее по новой починили. Огонь! Бах! Что-то мало ребят вокруг нас бегает. Мало игроков сейчас в игре. Вот, смотрите, уже почти 5000 набили. Капец, как быстро. Все, полетели. Так, давайте зайдем по магазинам, посмотрим, что... Обалдеть, следующая пушка, курица. 40 тысяч стоит. Чикен. О, кула, конечно, 65. Так, а по коробочкам... Нифига себе, 30 штук стоит коробка. Ладно, пока побежали. Работать дальше в таком же ритме. Вот давайте тут пока целая карта, малёха, ее поклепаем. Эта карта вообще мне не сильно понравилась, не сильно зашла. Тракторы тут вообще смешные, такие маленькие стоят. Так, взрываем эти огороды. Зеленая это, наверное, не знаю, огурцы. Красная будет у нас что? Виноград. А желтая, наверное, кукуруза. Бах, почти целый огород сразу разносит. Огонь! Ой, куда-то я так выскочил. Так, скоро 17 уровень, кстати, будет. Круто! Походу, когда 20 уровень будет, но новая карта, вот там, где корабль стоит на воде, вот то будет прикольно, там поинтереснее будет. Обязательно мы выкачаем. Так, кукурузу поля мочим. И отбегаем. Бух, почти все поле разносит. Ладно. Побежали на эту карту. Тут, о, как раз она ремонтируется. Круто. Специально для нас. Сейчас мы первые сюда прибежали. Пока никого нет, начнем ее быстренько ломать. И надо собирать деньги, блин, на новую пушку. Тут чикен. Или пока на рюкзачок. Не знаю, посмотрим. Придумаем что-нибудь. Посмотрим, что первое будем брать. О, уже полная сумка. Полетели, ребятки. Продали. Бежим опять на этот экскаватор. Проедемся, чтобы быстрее было. Здесь наша остановочка на 15 уровне.
Пуф, сразу огонь. Так, ай-яй-яй, чуть-чуть отлетела бомбочка. Ну так, совсем слабо, да. Бах. Вот это разлетело. А где ту башню? Тут нормально, вот уже 1000 набили с копейками. Не, эта пушечка прикольная, конечно, ребят. Единственное, что чуть-чуть перезарядка долгая. У нее получается 5 секунд. Немножко долго, да. А так нормально лупит. Огонь! Бах! Ай-яй-яй, какая-то бомба прыгающая такая. Отлетела так сильно. Давай быстрее перезаряжайся уже. Бабах. О, уже почти 5000 опять. Конец, капец, так быстро сумку мы с вами набиваем. Только пришли, бах-бах-бах, пару раз по сторонам постреляли, и все. Так, опять полетим. Еще одну 5000 набьем, и уже будет 30000 у нас. О, там девка какая-то стреляет в той карте. После нас работает. Ну, а мы здесь, пока никого нету, продолжим. Я люблю в уголочек бомбочки кидать. Так, стенки разлетаются так. Бах! Ой-ой-ой, крыша нам по голове прям треснула. Капец! О, 17 уровень, круто! Я и не успел увидеть даже, что он уже почти пришел. Быстро идут уровни. Так. Огонь. Бах. Сбили башню. Давайте еще сюда расстрелим. Бабах. Так, тут кинем бомбочку. Бегаем. Так, дом пока. Нормалек. Уже раскидали нормально. Только построилась карта, мы ее уже... Так, вот тут давайте. Сейчас разнесет всю стену. Бух, и ступеньки даже. Есть, полетели. Так, что там, в магазин заходим или нет пока? Заходим. Все, давайте рюкзак берем. Есть, на 7500. Ого, какой рюкзак чище на спине, смотрите. Как сейф целый. Вон у чувачка на 1000. Нуб какой-то. У нас на 7500 уже. Ну все, теперь мы с вами будем собирать новую пушку. Вот тут чикен, курицу. О, один патрон промазали, капец. Так, стреляем. Ба! Нормально, лупим. Так, стреляем. Дальше. Что-то никого нету. Как-то скучновато самому бегать. Все вот там бегали, где кран стоит, с 5 уровня. Так. Этот дом почти разбабахали. Давайте этот еще поработаем с этим домиком. Так. По замку стрелим. Возьмем бомбочку. Положим. Бах-бах. Со всех сторон лупим. Так. Теперь же у нас рюкзачок уже не на 5000, а на 7500. Можно будет больше собирать кубиков. И, соответственно, продавать будем больше денег. Так. Ложим тут бомбочку. Отбегаем. Бах. Ну, бомба, наверное, слабовата. Надо будет купить новую бомбу, кстати. Что-нибудь такое, мощней. Ай-яй, отлетела, не совсем. Ну, немножко взяла. Ого, видели, как крыса упала, обалдеть. Так, давай перезарядочка. Долгая перезарядка, конечно. А ну на крышу. Не получилось. Бах, есть, продаем. О, опять чинят, смотрите, капец, так быстро. Видать, мы с вами так хорошо лупим эту комнату, расчищаем ее так быстро, что они ее постоянно ремонтируют. Так, ждем. Кидаем дальше. Бомбочку кидаем. Бах, бах, разлетели. Ого, кирпичей разлетелось, смотрите, под ногами.
Так, тут бомбу еще так закинем. Так. Этот дом еще вообще почти целый. Надо его бомбить. Интересно, а кто в этих домиках живет? То ли какие-то роблоксы? А мы их рушим? Давай, перезарядочка, быстрее. Так, ложим бомбочку. О, смотрите, там та карта тянется с краном. Да, нубики там потихоньку работают. Так, огонь. Бу-бу. Есть, отлично. О, уже почти набрали сейф. 7500 почти набили. Сейчас продавать пойдем. Так. Все, полетели. Так, давайте посмотрим, что можем купить. Что у нас по бомбам? А, это пушки. Бомбочки. У нас это на 150 урона. О, 225. Берем. Офигеть. А ну давайте попробуем положить вот сюда. Возле этих контейнеров. Как будет взрыв. Пух, смотрите, нифигашечки. Сразу разнесло все контейнеры. Вот это да. Вот реально бомба крутая. Бах, кран разбомбили. Ой, кто-то тут по нам смалит. Давайте эти контейнеры. Класс, за один взрыв почти 1000 кубов берет. А ну смотрим. Бух, вот это да. Туда еще можно добавить. Трактор. Бух, разлетелся. Так, давайте вот сюда запрыгнем, машину сейчас подорвем. Посмотрим, как оно взорвется. Бух, вообще. Только нос этой кабины остался небольшой. Давайте эту машинку с вами разбомбим. Прямо возле бензобаков положили. Бух, нифига себе. Да. Эта бомба очень сильная, крутая, конечно. О, нашу карту опять чинят. Давайте вот эти... Тю, блин, не успели. Ладно, пошлите дальше, пока тут ремонт. Мы там все поразбивали. Пойдем бомбить эту карту. Для 15 уровней. Скорее бы 20. А ну давайте бомбой попробуем вот тут. Сейчас она разнесет ползамка. Так, отходим, смотрим. Бух. Не, ну да, эта бомба, конечно. Ой, у нас не упала. На уровень выше, на уровень сильней. Даже ею интереснее бить, чем пушкой. А ну как дом. Бух, пол дома сразу разорвало. О, не заметил даже, как набрали уже сумку. Так, давайте сразу 1000 кубиков возьмем с этих контейнеров. Ложим. Отбегаем. Бах. Ну вот, сразу 1000 почти. Капец. Так, тут еще давайте кусочки эти разберем. Тоже нормально. О, кран. Пух. Пух. Так, бежим к контейнерам. Пока никого нету. Их прикольно взрывать. Они очень много сразу нам добавляют опыта. И рюкзак заполняют. 788. Капец. Ну, тут мелко, конечно, этих грузов. Ну, пускай сейчас вот... Вообще, наверное, сейчас ничего не останется. О, надо еще машину разбомбить. Ба! Так, тут повторимся разочек. Как разорвет. Бу-у-у, куски полетели. О, люди тут бегают. Так. Ну все, мы будем с вами собирать на пушку ту. Куриную пушку, которая. Она там, по-моему, когда стреляешь, она кудахкает. Хо-хо. Прикольная такая пуха будет. А ну как дом разорвет. Ах, капец, даже крышу.
Не, бомба, конечно, вообще отличная. Гранатка эта. Так, продали. Едем дальше. Так. Огонь. Yes. И огонь. Сейчас вот тут бомбу положу. Вот тут внутри. А ну, как оно взорвется? Бух, вообще. Тупо оставляет пустое место. Все разносит. А ну, эту как разнесет. Тоже как... Бах. А не, не упала. Я думал, упадет. Одна стенка осталась. Так, ну это все разнесет должно. Так. Так, уголочек сейчас всю эту стену разнесет. Бэх. О, крышу давайте разбомбим. Все, блин, как-то мало. Так, перезарядочка была. Эй, куда ты катишься, бомба? Лучше бы она была квадратная, чем круглая. Круглая она катится и уже... Не там, где ложишь, она может взрываться. О, это нормально, не катится. Ну вот, опять полная сумка. О, смотрите, она играет со своей бомбой-пукалкой. Смотри, какие бомбы должны быть. Размером с голову. Оп, смотрите, на нас смотрит. Это, наверное, прикололась. Сейчас, наверное, с игры выйдет, расстроится, что у нее такая бздюха-бомбочка. Ха-ха. Так. О, скоро, наверное, походу опять ремонт будет с карты. Бэх. Так, тут ложим бомбочку. Есть, разлетелась, разлетелась. Вот еще кусок дома. И тот, который слева тоже. О, крыша. Фух, чуть на нас не упала. Положим здесь бомбу. Сейчас надо разлетиться. Вся крыша. Бэ. Круто. Так, вот тут еще можно. Чувствую, скоро сейчас будет уже ремонт карты. Тут уже почти нечего бить, смотрите. О, да, видите? Только подумал про это и включили ремонт. Ох, там кто-то кран гасит. Да, пуха, смотрите, какие пчелки. Бии. Это типа улей, которые, где они мед делают. Вот такая фан-пушка. Смешная. Замок, конечно, разносит вообще в ухналь. Так. Есть. Капец, пол дома сносит. О, кстати, уже смотрите, уже 18 уровень вот-вот будет. Очень быстро. Так. А потом еще два, и уже 20-й, и новая карта. У-ху! А ну, домяра. Так, давайте стрелим. А, думал, будет 18 уровень. Так, ну что, у нас уже 33 тысячи. Ладно, пока еще... Еще разочек с этой побегаем. Так, ложим тут бомбу. Контейнеры. Бух, 18 уровень, юху, круто, быстро растут уровни, блин, конечно, когда уже крутая пука, крутые бомбы, уже круто играть, мочишь все на своем пути, вообще, он разносит, да, о, что такие-то кубики летают сами по себе. Все, мы, короче, ну вам не оставили ничего, что бить. И идем на свою карту. Тут спокойно, никого нету, можем работать. Бить себе.
Так, положим тут бомбочку в уголочке. Отбегаем. То, может, сейчас крыша упадет. Не, не упала, смотрите. Выдержала. Так, ложим бомбу. Сейчас уже почти набили сумку. Как всегда, в уголок. Блин, покатилась куда? Из-за того, что укатилась, мало сбили кубиков. Так, полетели. Ну что, смотрим пушку. 40 тысяч. А, ну это сколько? 5 секунд, у этой 3 секунды. А, ну у этой мощность 200, у этой 150. Чуть-чуть слабее. Но зато она быстрее стреляет. Ко-ко! Да, прикольно. Побежали ее смотреть, опробовать быстрее. Протестим. А ну. О, так нормалек, слышите. Я бы не сказал, что она хуже той пчелы. Быстрее стреляет. О, есть, крышу сбили. То, что я хотел уже еще в прошлый раз сделать. Да, пушечка тоже веселая такая. Блин, ну теперь будем собирать на пушку акулу. И на рюкзачок 10 тысяч, который вмещает в себя. О, замок забомбили. Так, в уголочек, как всегда. А, убегаем. Бух. Куда хэт, конечно, зачетно. Пуха. Какого? Кто-то ж придумал, блин, такие пушки. То пчелы, то курицы, то акула. Интересно, а как акула будет кричать? Что она будет делать? Следующая пушка акула. Не помню, сколько стоит, конечно. Потом посмотрим. Есть полный рюкзак. Продаем. Погнали опять. Вообще, рюкзачки так быстро набиваются, я в шоке. Не успеваешь. Туда-сюда, пару раз стрельнул, все, набрал. Да, это по 3 секунды получше будет. Ну, опять ремонт. Ну, ждем. Смотрите, какая пушка. Стрелим. А, она туда. Я думал, стреляет в экран. Да, чувачок у нас уже прикольный такой. Чуть-чуть заряженный. И бомба, и сумка, и пушка. Бэх, всю крышу переломали. Ну, мало ребят бегает на этой карте. Наверное, мало кто прокачивается для таких уровней. Или просто сейчас никто не играет. Он на кране стоит кто-то, видели? Залез. Так, бомбу. Есть. Ба. Так, добиваем эту сумку. Есть, сумка полная. Ну что, ребятки, мы с вами продолжим в следующей серии обязательно. Я там подкачаюсь еще, куплю новые шмотки. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!